Школьники 1-9 классов со всей страны могут повысить свою цифровую грамотность. Говорится в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» продлится до 25 декабря. В заданиях олимпиады моделируются ситуации, которые могут возникнуть в сети. Например, диалог с продавцом на маркетплейсе или настройка конфиденциальности страницы в соцсетях. Участники должны проанализировать каждую ситуацию и выбрать конкретный план действий. В пятницу, 15 декабря, в областной столице пройдет официальная церемония взвешивания и пресс-подхода с участием боксеров. Начало в 19:00. А в субботу, 16 декабря, состоятся боксерские поединки между спортсменами из Самарской области и Донецкой Народной Республики, сообщают в телеграм-канале Железнодорожного района. Наш регион будут представлять мастера спорта Айгиль Ходова и Ярослав Никифоров. А со стороны ДНР это кандидат в мастера спорта Екатерина Крыцула и мастер спорта Станислав Максюченко. Бои будут проходить по адресу Красноармейская, 131. Вход свободный. До окончания регистрации в конкурсе «Это у нас семейное» осталось 8 дней, информируют в телеграм-канале Октябрьского района. 18 декабря в 23:59 по московскому времени завершится прием заявок в самом народном проекте президентской платформы «Россия. Страна возможностей». За главные призы планируют побороться свыше 550 человек. Если вы хотите стать частью большого сообщества, изучить мир современных подростков, а также выиграть сертификат на 5 миллионов рублей или большое семейное путешествие, самое время присоединиться к конкурсу. Регистрация доступна по ссылке. Ссылки опубликованы на экране. В телеграм-канале Департамента опеки напоминает, что для отдельных категорий граждан предоставляются компенсационные выплаты на приобретение или установку автономных пожарных извещателей. За выплатой могут обратиться многодетные семьи с детьми в возрасте до 18 лет, семьи, находящиеся в социально опасном положении, признанные таковыми постановлением комиссии по делам несовершеннолетних, а также граждане, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выплата предоставляется однократно в размере не более 3000 рублей.